Мы вот находимся сейчас в главном офисе фирмы Абус. Всем привет. Вот директор Дима. Прошу любить и жаловать, не кидать камни. Вот я сейчас так просто круговой обзор покажу, что товарный запас Абусов, ребята, достаточно большой. Хватит на всех. Вот. Ну, преамбула такая, что я... Мы недавно с кумом ставили ему дверь, кольцо, и замок Абус поставили ему 4000. Нужен еще ключ. Да, нужен еще ключ. И вот я ради любимого кума не поленился, приехал в Харьков и говорю, надо куму сделать ключ. И вот сейчас мы покажем, как это... Так, у нас есть индивидуальный профиль твой, правильно? Да. B014E. Все профиля хранятся в ячейках. Вот твоя заготовка. Угу. Больше такой заготовки ни у кого нет. Здесь находятся ключи с профилями. А здесь у нас находятся лаги под эти ключи. Ого. То есть под каждый профиль два размера плагов. И вот они все. Интересно. Как это работает? У тебя плаг, у тебя профиль 14. Так. Где он у нас? Он, наверное, во втором запасе. Ну, возьми какой-то любой другой, пускай будет не 14. Нет, ну как это? Твой же профиль. А, ну да. А, вот у нас B014. Плаг. Это плаг под твой ключ? Или не под твой ключ? Под твой ключ. Вот он сюда вошел. Угу. А если мы возьмем... 15-й, следующий, ага, профиль. Да. Следующий профиль. Вот он, B015. То к этому плагу уже ключ не подойдет и никак не влезет. Угу. Это и называется индивидуальным профилем. Это чтобы самоимпрессию не могли сделать. Ну, даже не самоимпрессии, тут больше к тому, что у каждого свой профиль и... Нет конкуренции между мастерами. О, это хорошо. Каждый проданный цилиндр, это, так сказать, хлеб с маслом на будущее. Расскажи про эту машинку, потому что все думают, что это обыкновенный агрегат, как на базаре. Kiwai Ninja Total, автоматическая машина, которая нарезает перфоключи и английские ключи. Перфоключи режет вот фрезой. Вот она стоит. Ага, да. Вижу. Сейчас нам стоит гравировальная фреза. Мы ее удалим. Потому что гравировать мы ничего не будем. А будем нарезать ключ Абус. Конкретно модель 4000. Где-то у нас карточка была. А, вот она. У нас есть карточка восстановления ключа. Да, вот уже кум боялся потерять. Да, здесь написан профиль, а здесь написан номер запирания. Угу. Так называемый код. Он зашифрован. Если карточку украдут, все равно по ней никто ничего не сделает, не поймет. А, вот это самое главное. То есть это все зашифровано. Вон переживал, говорит, о, карточку прокраду и все сделают ключи мне. Сделают, но только мы. Только да. А мы знаем своих товарищей в лицо. Да. То есть мы нарезаем Браус 4000. Угу. Видно? Да. Нарезаем Браус 4000. Мы нарезаем его по прямой нарезке, без декодирования. Почему? Потому что мы знаем код. Угу. И здесь набираем основной код, пассивные пины и кодировку слайдеров. Можешь пока вот там показать пины, чтобы не показывать код. Да, я просто скажу, эти пины, вот это все это... Штучка для чего нужна? Мы уже говорили своим клиентам не раз на видео, что если вы потеряете ключи, ну, вам надо поменять сам цилиндр, то вам не надо будет покупать новый замок. Ваш цилиндр можно будет перепрошить, как я говорю. Правильно, Дим? Ну, перекодировать. Перекодировать, да. Да, и это будет намного дешевле, чем покупать новый. Ключ зажали? Так, я посмотрю. Тисочки. Есть. Шайтан машина. Ввели код, уже можно показывать. То есть он показывает, как этот код будет нарезаться, какой фрезой. Станок проверяет, какие тиски стояли. До этого стояли гравировальные тиски, поэтому он умный. Говорит, поменяйте тиски, поставьте, пожалуйста, тиски C30. Мы их поставили. Удалите фрезу, стояла гравировальная фреза. Умный какой.
и говорит, поставьте фрезу V044. Мы берем фрезу V044. Угу. И устанавливаем ее в зажим. Все стоит. Установили. Не хочет оно больше со стилусом работать любит, а я люблю пальцами. Где будешь лучше смотреть, здесь или на экране? На экране ничего не будет. А, пока не будет? Да, ты вот сюда лучше сбоку возьми. О, видно, отлично. Музыка. Абус Металли. В принципе, недорого. Но как работник, который не ходит в отпуск, не болеет. Ну, я ж по шее говорю. Не отдыхает. В декрет не уходит. В декрет не уходит. Работает 24 часа в сутки. Дети не болеют. Там. Это недорого. Машина говорит, установите ключ положения на 180 градусов и закройте ограждение. Снимаем ключ. Так. Переворачиваем его. Зажимаем. Закрываем крышку, как в королеве бензоколонки, помнишь? Да. Теперь приходим сюда и нажимаем ОК. Не сможет сделать. На стандартном станке на базаре его не выточишь. А у них даже заготовки нет. Ну, заготовки даже, ну. То есть ключ в принципе не поделаешь. Машина говорит, удалите фрезу. Сейчас мы нарезали основную часть, то есть мы нарезали основные пины и нарезали так называемые пассивные пины, второй ряд. Теперь слайдеры, да? Теперь нам нужно нарезать слайдеры. Машина говорит, удалите фрезу. Угу. Мы берем легким движением руки. Оп. Удаляем фрезу. Удалили. Что дальше? Окей. Удалили. Установите вы 003. Фрезу. Вы умный, вы все знает. Установили фрезу. Закрыть. Установили? Угу. Установили. Теперь показывают, как установить ключ. Влево, что-то там говорили. Ага. То есть сейчас мы будем нарезать волну. Волну. Опять пальцем лезу. Надо по пальцам лезть. Что говорить? 270 градусов. То есть надо ключ перевернуть, чтобы со второй стороны нарезать вторую часть. Ключ же реверсивный. Ну да. Вот, переворачиваем. Это 360 ключ. Получается. Нет, почему? Объясню. Вот это 0. Так. Вот это 90. Так. Вот это 180. Так. Вот это 270. Ну то есть вот это 90, ага. А обратная сторона 270. Ага. Тяжело понять, но будем. Ну, это такая, это уже юстировка, положение ключа, к ней привыкаешь. Зажали ключик. Зажали.
Нажимаем. Окей. Окей. Поехали. А, я показал даже рисунок. Да. Так, ключик у нас нарезанный. Так. Абус. 4000. Карта, ключик. Лидер продаж. Ну, Дима, скажи еще что-нибудь про Абус. А то один я говорю, такое ощущение складывается в Украине. Знаешь, надо целую экскурсию делать, потому что Абус... Ну, мы это... сделаем. Ну, вот хотя бы, вот расскажи хотя бы ну, 2-3 минуты, да, маленький такой экскурс, откуда, когда они появились и какие дальнейшие планы по развитию, потому что один я рассказываю, и оно выглядит, как будто я, ну, больше кроме Давай меня... Давай так, смотри. Откуда Абус появился, у меня есть целый ролик. Угу. Из музея. Из шоурума, и мы прям его зальем и сделаем отдельно. А что будет в этом году? Будет выставка Interbuild Expo. С 17 по 20 марта. Обязательно. И там будет семинар Абус Бизнес. И кому интересно, я всех приглашаю и расскажу о новинках в этом году. Все, спасибо. Ну все, Дим. Все, пока. Все, пока.